20 минут о красоте и стиле, а также о тех, кто их создает и поддерживает. Это Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». В мире гаджетов, социальных сетей, мобильных телефонов и бесконечного видеоконтента большая нагрузка приходится на зрение. И этой теме мы посвятили целую серию репортажей, где мы рассказываем о том, какие меры профилактики можно предпринять для того, чтобы сберечь свои глаза, свое зрение на долгие годы. Ни для кого не секрет, что нагрузка на зрение сегодня колоссальная, а потому диагнозы, которые раньше были известны лишь узкому кругу, становятся знакомы большинству. Один из них – синдром сухого глаза. По некоторым данным, в последние годы заболевание выявляется у 16% взрослого населения, и эти цифры постоянно растут. Синдром сухого глаза, я бы сказала, это бренд нынешнего времени, к сожалению, да, и для этого синдрома есть как общие условия. Это заболевания, которые системный характер носят в организме, ну, такие как сахарный диабет, патология щитовидной железы или системные заболевания, например, такого ревматологического плана. Развитию синдрома сухого глаза способствует сильная нагрузка на зрение. Прежде всего, это общение с гаджетами и работа за компьютером. Все дело в том, что передняя оболочка глаза, роговица, она не может жить без влаги. Поэтому мы физиологически постоянно моргаем, мы даже практически не обращаем на это внимания, для того, чтобы роговица была увлажнена. Когда мы смотрим на какой-то яркий светящийся экран, хотим мы того или нет, глядя на информацию на этом экране, мы забываем положенное количество раз моргать. И вот здесь создаются условия для того, чтобы развился синдром сухого глаза. Синдром сухого глаза первой степени может не иметь ярко выраженных симптомов. На третьей стадии это заболевание нередко провоцирует ухудшение зрения. Если говорить о синдроме сухого глаза выраженных степеней, например, третьей, то она может влиять на остроту зрения вплоть до того, что может снижать до 3-4 строчек зрения даже у хорошо видящего человека. То есть здесь уже идет выраженное изменение на роговице, она страдает, образуются такие муциновые нити, то есть это уже эпителий, заинтересован, то есть передняя оболочка глаза очень некомфортно себя в этих условиях чувствует. И, конечно, человек прежде всего, иногда даже с этого начинается, он приходит с жалобами на то, что он стал хуже видеть. Всемирная организация здравоохранения рекомендует при работе за компьютером делать перерывы каждые 20-30 минут. Допустим, программист, он там за компьютером от 8 до 12 часов, то он каждые 30 минут должен делать перерыв для того, чтобы сделать легкую гимнастику, да, и расслабить зрение, немножко восстановить его. И второе, это в том числе и стабилизировать слезную пленку. И, конечно, в зависимости от условий труда мы рекомендуем капли или какие-то препараты либо в режиме по необходимости, когда человек чувствует дискомфорт, либо, если это вторая и третья степень, уже в более таком общем курсовом режиме. Например, человеку, который постоянно занят работой за компьютером, можем там посоветовать, и особенно если у него есть патология зрения, минус или плюс, это добавочно, чтобы снизить нагрузку на глаз, очки со специальным покрытием. Правильное питание как образ жизни, модный тренд и средство для достижения цели. А еще правильное питание – это возможность открыть для себя новые продукты и новые вкусы. Именно об этом наша гастрономическая рубрика. И прямо сейчас я приглашаю вас на нашу телевизионную кухню. И судя по ингредиентам, которые сегодня на столе, смею предположить, что блюдо будет десертное. Да, у нас сегодня будет десерт, необычный для нас, потому что мы из бананов обычно ничего не делаем, просто их едим в каком-то... Да. А сегодня мы их будем жарить, как в странах, например, где-то в Таиланде, в жарких странах, где много бананов, что они только с ними не делают. Сегодня тоже будем что-то делать. Жарить. Сначала мы подготовим шоколад. Мы растопим сейчас шоколад в кокосовом молоке. Берем молоко, наливаем буквально 50 миллилитров. Можно любое ореховое молоко использовать, да, на этом месте? И просто найти для себя концентрацию, то есть либо запомнить бренд в этом случае, либо просто перебирать. Что-то на кофе пойдет, что-то на приготовление десертов. Добавляем, да, шоколад. Это у нас горький шоколад. Да, горький. Буквально 30 грамм надо шоколада.
большому счету, вот кокосовое молоко такой жирности, оно напоминает сливки, но в нашем случае это еще и аромат. Поэтому на обычных сливках было бы гораздо жирнее и, ну, менее ароматно. Треть дела у нас уже сделана, треть блюда готова. Теперь идем резать бананы. Мы сейчас два варианта покажем формы этого блюда. Один – это вот такие вот круглые овальные кусочки по 0,5 сантиметра, а во втором случае это будут... Бананы жареные, они становятся мягкими, поэтому не стоит ожидать, что они будут такие, как чипсы или как такие оладушки. Поэтому надо просто аккуратно очень снять, выложить или горкой, или веером, или каким-либо другим способом, и потом заливать это все шоколадом. Еще больше аромата от теплых бананов, чем от свежих. Всей студии разносится. Для такого блюда лучше выбирать более зеленые бананы, потому что спелые, как в нашем случае, очень сильно разваливаются. И вот уже 90% готовность. Сейчас Катя на правах профессионального художника все это сделает красиво. Украшаем шоколадом, поливаем. Знаете, блюдо получилось очень сладким, потому что жареный банан, даже просто жареный сам по себе, без каких-либо ингредиентов, кроме кокосового масла, он очень сладкий, плюс еще шоколад. У нас был горький шоколад, темный, в нем присутствует энное количество сахара, и таким образом получается, что блюдо оказалось очень сладким, при том, что вот сахар, как он есть, у нас в нем не участвовал. Ну, чтобы освежиться, можно добавить как раз вот ягоды, и мы говорили о том, что можно сделать полезное мороженое, либо смузи. Здравствуйте! Я приветствую вас в банкетном зале пиццерии «Перчик» в городе Челябинске. Банкетные залы есть в каждой нашей пиццерии. Некоторые из них рассчитаны на посадку до 20 человек, некоторые до 100 человек. Вместительность этого банкетного зала 100 персон. Цены у нас демократичные, выбор блюд разнообразный. У нас есть приятные бонусы для наших гостей. К примеру, напитки, фрукты, десерты вы можете принести с собой. Также мы готовим банкетные блюда на вынос. В нашей сети 9 банкетных площадок в разных городах области. В Челябинске, Златоусте, Снежинске, в Озерске и Кыштыме. Сколько нужно времени, чтобы избавиться от варикоза? Запись на прием – 2 минуты. Диагностика и сдача анализов займут 50 минут. Сама лазерная процедура – 40 минут. Всего 1,5 часа, и вы избавлены от варикоза быстро и безболезненно. Вы снова в центре внимания. Актуальная мода большого города. В магазине «Стрит Кутюр» на Сони Кривой 30 и Пушкина 65. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск.
Гороскопы, нумерология, карты Таро – все эти способы оценить себя и окружающую действительность в последнее время очень популярны. Наряду с древнейшими учениями в новейшей истории возникают новые концепции познания мира, например, дизайн человека. На встречу со специалистом хьюман-дизайна Олесей Истоминой сегодня пришли стилист-предприниматель, хозяйка бутика номер один Наталья Андреянова и шоумен и начинающий астролог Павел Дикон. Это получается метафизика, хологенетика. Человечество делится на 4 типа. Это генератор, проектор, рефлектор, манифестор. И у каждого есть 2 цифры. Нужно изначально дата рождения, время и город. У нас есть 64 генных ключа. Потом получается, у каждого человека есть 384 качества. Помимо этого еще 1080 вариантов проработки, проживания вот этих вот качеств. И если ты знаешь, что как, да, ну то есть откуда растут ноги, то есть жизнь становится интереснее, ты уже понимаешь, кто ты. Согласно теории Human Design, люди делятся на 4 типа. Генератор – это такой тип людей, который человек-батарейка. У тебя очень много энергии в течение дня. И самая фишка наша главная у генераторов – если мы откликаемся на что-то, мы делаем. Должно быть изнутри идти наши желания. Если мы делаем, что мы хотим делать, у нас притягиваются в жизнь наши люди, события. И жизнь проходит какой-то, не знаю, ну вот новый какой-то этап с удовольствием. Второй тип людей – это проекторы. Проекторы – это люди, которые направляют. Они мало делают, но много говорят. Они пытаются направить. Третий тип людей – это манифесторы. Это такой самый, так скажем, сильный тип личности. Манифесторы, они не привыкли говорить о своих действиях и намерениях. И четвертый тип личности – это рефлекторы. Их особенность в том, что они отражают манеру поведения своего окружения со всеми их успехами и неудачами. Таких людей в мире всего около 2%. Дизайн человека определяет сферу деятельности, степень совместимости людей, в каком регионе и климате лучше всего осуществлять свои планы. У каждого из нас есть свой сценарий, который нужно прожить. Дизайн человека – это, грубо говоря, как инструкция по применению. Если ты ее знаешь, если ты ее изучаешь, то тебе легче живется. Проживаешь ты это все грамотно, к тебе притягиваются твои люди, у тебя становится качество жизни намного больше, хорошая работа, много любви и счастья. Область применения дизайна человека может быть профессиональной, чтобы знать, с кем имеешь дело, а также личной, чтобы лучше понимать родных и близких. Очень мне понравилась тема с детьми. Ну, я рассказываю о своих детях, как мне непросто, у меня с ними, ну вот честно, я проигрываю. То есть они надо мной прям берут вверх. А тут я понимаю, что я должна, видимо, их изучить, этих детей своих, все-таки вот глубоко изучить. И понять, что вот от него не надо требовать, он это просто, ну вот он такой. Ну это не его, он вот такой. Надо принять. Принять это таким, как есть. Мне кажется, если это употреблять в своей работе, особенно в семье, если это употреблять, ну, генетически человек к этому не расположен. Конечно, так можно много спустить, да? Это мы генераторы. Как говорится, нам все, вот тебе генератор, вот ты паши. Но мы в этом находим свое счастье. Как показал этот эксперимент, хорошо знакомой многим из нас астрологии, дизайн человека не противоречит. А напротив, оба учения говорят об одном и том же, только с помощью разных образов и определений. Опять-таки отношения, взаимоотношения с человеком. Прям я выцепил, что мне нужно каждый раз разрывать практически отношения. И на утро я совсем другой человек. И вот это как раз-таки и находит отклик. С астрологией они очень сильно перекликаются. Потому что я совсем недавно начал этим заниматься. Все науки, они все-таки близки. Психология, дизайн человека, астрология. Вообще это науки, которые все в себе совмещают и в итоге помогают человеку продолжать жить именно. А то иногда некоторые оставляют свою жизнь, вот пускают ее на самотек и так доживают. А вот благодаря таким наукам человек начинает жить. Сколько существует человечество, столько люди пытаются понять друг друга, составить формулу счастья и предсказать будущее. И в наше время, когда происходит переоценка всех ценностей, к этим темам обращаются все чаще и чаще. Это Beauty Time, программа о красивой жизни и ухоженной внешности. Продолжаем выпуск. Тема укрепления иммунитета, которая раньше обычно возникала с наступлением холодов, в наше неспокойное время стала всесезонной. От тревог и недостатка знаний, а иной раз и от их переизбытка, люди способны совершать необдуманные поступки, которые вместо укрепления иммунитета наносят вред здоровью.
В этой непростой ситуации нам помогает разобраться врач-терапевт Регина Раймондовна от Качунайты. Для начала вспомним, что защита иммунитета – это не только усиленный прием витаминов, и что недостаточно скупить все лимоны и весь имбирь, чтобы остаться здоровым и защитить себя от вирусов. Иммунитет – это не только прием препаратов, это вообще, в принципе, правильный образ жизни, это соблюдение режима бодрствования и сна, это умеренные физические нагрузки, это исключение стрессов, неврозов, все, что влияет на психоэмоциональное состояние, это соблюдение правильного рационального режима питания. То есть сейчас особенно актуально, нужно увеличивать количество белка, естественно, более натуральных продуктов, которые содержат микроэлементы, витамины, ферменты, влияющие, да, на нормальное пищеварение и повышающие, в принципе, работу желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы. Есть такая концепция в западной медицине. Если человек употребляет в пищу только качественные продукты и не испытывает проблем со здоровьем, то принимать витаминные препараты ему не нужно. Оказывается, в наших климатических условиях это не всегда работает. Даже если люди, у кого есть доступ к натуральным продуктам, они все равно находятся также по дефициту потребляемых витаминов, микроэлементов. Почему? В нашем экологически неблагоприятном районе то же самое, очень сильно страдает почва. Это все произрастает в почве, и, конечно, там есть здоровые, полезные составляющие, но они в меньшей концентрации. При накопленных дефицитах, при накопленных хронических состояниях из продуктов питания мы не сможем никогда восполнить тот дефицит, да, который выявлен у того или иного пациента. Даже в летний период в нашем регионе невозможно восполнить вот все эти дефициты из продуктов питания. Анализы на выявление недостатка витаминов в наши дни очень популярны. Но стоит помнить, что без приема врача-терапевта результаты могут быть малоинформативны. Ведь важно также учитывать перенесенные заболевания, образ жизни, индивидуальные особенности и текущее состояние организма. И только оценив все эти данные, врач определяет список анализов, а назначение самих препаратов происходит позже. Вот здесь доктор уже понимает по причинно-следственной связи, какие могут быть нарушения, какие могут быть последствия ввиду этих нарушений, и уже выписывается индивидуально каждому пациенту анализы. Вот если пациент жалуется, например, да, на снижение работоспособности, периодически головные боли, головокружение, посмотреть только, например, витамин D, да, либо магний, калий, которые влияют на эти состояния, этого будет недостаточно, потому что у пациента явно может быть скрытый дефицит железа, либо более другие нарушения. То есть смотрится не только контроль уровня витаминов и микроэлементов, а вообще те скрытые дефициты железа, это и дефицит железа, и витамина D, и обязательно смотрится, есть ли недостаточность белка, который приводит ко всем обменным процессам нарушений. Поэтому здесь все индивидуально, не только витамины надо смотреть. Врач-терапевт или врач-нутрициолог назначает не только сами витамины и их дозировку, но и схему приема всех этих препаратов, чтобы полезные компоненты не противоречили друг другу и правильно усваивались. Нужно принимать именно курсами, назначаемым врачом на основании результатов анализов. И есть определенные блоки витаминов, которые, конечно, не сочетаются в один прием. То есть определенный, например, утром, да, витамин, определенный вечером. Любые группы витаминных комплексов, они назначаются строго курсами. Какой-то месяц в квартал, какой-то один раз в полгода, какой-то раз в год. И это все корректируется строго лечащим врачом. Плюс нужно смотреть, да, допустим, тот же прием кальция. Нужно смотреть, если есть дефицит витамина D, а пациент об этом не знает и его не уведомили, то этот кальций, он просто начинает у него откладываться на сосудистой стенке, усугубляя патологию сердечно-сосудистой системы и так далее. Это лишний раз доказывает то, что прием витаминов обязательно необходимо осуществлять под контролем врача. Именно такой подход является правильным, безопасным и эффективным. Еще больше сюжетов о красивой жизни на нашем YouTube-канале, в Instagram и ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь и будьте в курсе. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».